панда с кем-то месяца. Тупо всех шотаешь? Да, здорово. Иди сюда, смотри. Или просто посмотри. На. Это офигенный револьвер. Где так, ты его надыбал? Задание, а где ты его надыбал? А вот тут вот идем. О, ты уже пятый левел лапнул. Да я тут мобов убивал, говорю. Они тут жирные были. Вот тут, короче, высаживались, вот знаешь, помнишь, шарики прилетали? Вот такие шарики прилетали сюда. И тут прям я месил всех. Во. Плащ мусорщика дали. О, тут посмотри, ля какой, смотри просто. А, да, там же какие-то триумфы. Это типа ачивки. Ладно, давай начнем задание. Порядок, Даврин. Что дальше? Помоги мне разнести весть. Мы передаем сигнал беженцам из города, чтобы сообщить им, что на ферме они будут в безопасности. Надо сделать так, чтобы его услышали все и всюду. Размести несколько усилителей сигнала по всей территории. Так, тебе начало задание, да? Чтобы услышать все. Должно помочь. Так, чё, куда? А, вижу. А тебе интересно, нужно это делать? Один узел начал работу. Похоже, сигнал уже усилен. Быстро, однако. Так, подожди. О. Тебе идет еще одна группа патч. Не расслабляйся. Так, у нас гости. Нормально, да? Да, блядь, я тоже такой револьвер, сука, хочу. Капитана под церковью выманила остальных падших. Они не оставят нас в покое. Надо проследить, чтобы сигнал не терялся. Сейчас я Google закрою. Давай. Все. Я второй узел. А, пойдем. Ай. Где он? Где ты? Я потерялся. Я что-то нашел, погоди. А, тут сундучок. Тут два сундучка. Залетай. Да, блин. Чуть вперед, и давай. Еще. Вперед. Вот отсюда прыгай. Нет, еще. Вот отсюда. Во. Тут два сундука. Вот этот и вот этот вот. Так, ну этот я вроде обобрал. Так. Пойдем за заданием. Пошли. О, чё там? Ай, чё так? Чё за лаги? Чё один какой-то сундук? Стоп, а? Чё за лаги, не пойму. Вот тут опять этот яйцо, блин, летающее. А, ну ушло. Короче, пошли ставить этот маяк. А чё ты там бегаешь? Я немного потерялся. Когда-то здесь было так спокойно. Это первые падшие, которых я увидела. Пошли. Иду. Как похоже на город. Вы пытались избавиться от дрэгов навсегда. Ради нашей же безопасности, да? Знаешь, есть такое место, из которого нельзя... Блять, она заебала ныть. ...с высокими стенами и множеством охранников. Угадай, как оно называется. Тюрьма. Сурая, несмотря на твои проблемы, мне не кажется, что город был для людей тюрьмой. Я просто к тому, что на ферме нет стен. Можно приходить и уходить, когда захочется. Еще один сундук. Давай сделаем так, чтобы сюда прийти любой. Хорошо, страж?
Принимаю усиленный сигнал. И какие-то странные отзвуки. Падшие очень настырные. Держу пари, они по нам. Уничтожь ногу ушьих устройств. Ага. Блин, на дальняк револьвер не очень. Тут еще один сундук где-то. Пошли. Ну, какая тут показывает, пошли. Нормально. Так, куда идти? Куда идти? На выход. Видишь, куда идти? Иди сюда. Где-то глушилки. Я знаю, что еще глушилки, а где они? Вот, одну мы уничтожили. А, подожди. Вот помнишь, что в подвале хуйня, короче? Это глушилка была. В каком подвале? Которая была в этом... Вот только что мы, где сундук поднимали. А, вот, вижу. Вот тут вот. Еще один где-то. Я думаю, это что вот тут. Ну да, где они стоят, охраняют. А, вот он. Чистый сигнал. Помех нет. Здесь тоже отличный прием. Блестящая работа. Я рада, что страж для разнообразия помогает обычным людям. Но есть еще один момент. Я правильно передала координаты? Да. Через туннель на другом берегу реки. Пошли. Я там кое-что оставила. Где? Там боеприпасы нельзя пополнить? Не знаю. На стима. Паттерн, мы почти у цели. Хорошо. Там остались припасы, брошенные. А это что такое? Давно. О, припасы какие-то остались. Припасы тут. Для фермы? Для города. Но когда на вас напали, я бросила все и полетела на помощь через океан. Всем. Но городу это уже не нужно. А на ферме очень даже пригодится. Припасы припасами, но они, походу, не для нас. Так что... Бля... Обломись. Ты куда? Плохие новости, Хотор. Здесь падшие. Ладно, забудь о припасах. Разберись с падшими, а потом подумаем, что делать дальше. У тебя пушка просто ваншотит все и все. Сзади пацаны есть. Район чист. Район чист. Это ненадолго. Падшие не любят, когда их лишают хорошей добычи. Скоро их тут будет очень много. Тогда окажите последнюю услугу. Поставьте еще один узел, а потом уходите оттуда. Подожди, мне ограничено. Куда уходить? О, а куда уходить, да. Опа, я вижу падших. А, подкрепление падших уничтожить надо. С голова. Блин, не отходим. Да нафиг ты стреляешь по самолету. Да хотелось.
А там патрончики можно собрать, кстати. Опа. О, еще один матрик. Ты его убил? А, нет. Я его убил. Не-не. Вот теперь он умер. Кто? Опа, тут шмотки лежат. Ну, уже нет. Так. Где они там? А, вот они. Достигнуто. О, твою! Гранатомет? Ай! Получилось. С ними покончено. Я немножечко... Подними меня. Кажется, я начала об этом забывать. И теперь мы знаем, что в ЕМЗ есть полезные ресурсы. Я немножко... Когда мы вернем город, они нам очень пригодятся. Конечно. Так, а что, куда идти? Хочет сказать спасибо. Вы двое возвращайтесь, как сможете. Здесь еще есть чем заняться. Возвращайтесь, как можете. А вернуть нас нельзя, да? Слишком сложно. Тут это, патрончики. Надо тебе, нет? Сейчас, секунду. Валяются. Ага, я понял. Там открытое какое-то мероприятие приближается. Пока мы где? Деднеморис. Опа, вот тут какое-то мероприятие приближается. Давай подождем. 5 секунд. Я какую-то оружку зеленую нашел, но у меня на нее нет боеприпасов. Это успех, блять. Их же есть. Вон там какое-то мероприятие. Пойдем. Погнали. Сейчас, подождите секунду. Я обратно свою пушку вернусь. Давай. Так, снайперка, гранатомет. Ладно, обычно возьму. Бежишь? Шмоточки. Все, бегу. Тут о, что-то надо делать, я не знаю, у меня ульта откатилась. А, тут сражение, походу, какое-то лютое. Нихуя себе ты упиздохал. Нефиг по полгода сидеть в этих, блин. Че так долго сидишь? Тут, блин, у них махач. Нифига себе! Там их... Махач. Ну, видел этот глаз огромный, да? Да. Вот, тут он еще больше. Погнали. Тогда. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо, братень. Ты там живи. Ого, воскреси сколько. Ааа, нифига себе. Тут вообще он разматывает, слушай. Рождение. Так, гранатомет поможет нам. Полетел. Только посмотри. Ведут себя так, будто они полетел. Здесь хозяева. А, я промазал. Найс. Имба, прикольная тема.
Ема, он еще и... Бля, поднимешь? Ты сможешь подняться спокойно. А как? Ладно. Я ему по 119 урона наношу с пистолета. Ай. Ай, боль. А души? Опа, опа, прячемся. Бля, у него я неуязвимый. А, там более мелкое очко, да? Надо мелкого убить. Надо по полному у него заливаться, 40 секунд осталось. Е-бой. Мы покончили с этим прислужником. Что по забыче? Броня для ног, все? Отлично. И все? А тебе что дали? Самодельный костюм, нагрудник и бабла 280. У меня только на ноги броня. 58 защиты. Сейчас я разберу оставшиеся секунды. А ты сразу разбираешь, что ли? Да, зачем? Ну, мне нафиг не надо. Так. Так, сейчас разобрать. Разобрать. Ух ты! А я ж понимаю, это что, это револьвер? Я вот что нашел. Прикольно, надо продать. Блин, вот у меня вот дробовик Dead Memories, ну, блядь, где взять эти? Патроны? Где-то собирать надо, наверное. Не подходи, гранатомет, ладно, хуй с ним. Прямо дуб. Ух ты, нифига. Нормально. Что такое? Что там? Опа, я шестой. Ты где? А я еще какой, четвертый до сих пор? Пятый. А? Так, сейчас, секунду. Наверное... Нет? Так. Держите второй прыжок в воздухе, который трактует прыжка. Второй, третий прыжок в воздухе, который... А. У меня, короче, тройной прыжок теперь есть. Смотри, что у меня есть. Федя. А, ну я с этого херачил, поэтому. Ты можешь сесть на него? Ну, стой. Нет, это на одного, да. Давай, запускай, короче, дальше. Наверное. Не знаю, тут есть поближе одна, есть подальше, обратно идет в город. Давай поближе, которую. Давай. Надо вместе дойти, наверное. Сейчас, подожди-ка. Хорошо тебе сказать, ну надо вместе дойти. Мне нравится эта штука. Как с ней слезть? А, просто прыгнуть. Я нажал задание. Я получил.
получаю какие-то странные сигналы. Дэв, ты опять поставил чашку на радиопульт? Похоже, эти жестянки падших ретранслируют сигнал. Попробуй разобрать одну и посмотреть, что там внутри. Где? Следовать помехи. Где они? Видишь? Нет? Не. А, не тут где-то, наверное. А, нет, это щука. А, цы. Уничтожьте жестянку падших и разберите ее, чтобы... А, надо жестянку найти падших. Короче, в жопу этот мотоцикл, а то я тебя кидать буду. Пойдем. Спасибо, ты такой заботливый, бля. Мур. Так, я слышу кого-то. Так, компания. Где-то рядом. Кстати, я через эту пушку вижу врагов. О, вижу жестянку. А вот еще одна есть. Этот реактор выполняет функцию широкополосного усилителя. Их сигнал блокирует передачи на всех частотах. Так не пойдет. Чтобы оповестить бедолаг, бежавших из города, нам нужна качественная связь. Так, тут где-то сундук. Панда. Думаю, я а, мы его уже лутали. А, нет, лутали. Вот не лутали, иди сюда. А. Нормально, идет поиск источника. Защитить антенну. Какую антенну? Ой, там антенна у нас, пойдем. Дэв, почему ты решил, что они пытаются нас глушить? Они упустили свой шанс захватить эти земли, когда наш друг коснулся осколка. И теперь они слишком напуганы, чтобы принимать бой. Типично для падших. Говори, эта пушка что-то топовая. Я потерял связь. Нас глушат падшие. А, мы должны стоять около этого. А, нет, падших просто не подпускать. Да. Гасить пацанов. Кстати, сундуки. Раз сундук вижу. И два сундук внизу. Ну, потом заберем. Это все тут вот. Что за пушка у тебя там такая? Я скажу. Она вблизи, короче, не очень. При этом по головам дает ваншотами. Опа, зеленая шмотка. О, костюм мусорника, шлем. Найс, всегда мечтал. Я нашел источник. Он под землей. Глубоко под землей. Все сходится. Падшие любят темноту. Особенно теперь, когда мертвая зона кишит бойцами легиона. Ты куда теперь? Ты я где сундучок там? Сундучок забрал. Тройной прыжок. Ты, кстати, эти... Ты молодец. Ты способности не поднимаешь свои? Поднимаю. Возьми тройной прыжок. У тебя он внизу.
Так. Сейчас. Тут, кстати, где? Открытое мероприятие приближается. Ну хотя можем не идти. Но... Найти источник помех. Так, где помех? Пойдем. А пушка у меня называется Морской Скорпион 1СР. У него 60 этого значения. Вот это пошел. Пошли к событию, блядь. Это ж изи этот. У нас задание так-то. Ну ладно, хочешь. Пошли. И сколько оно? Он только через 3 минуты. Ты чё? Пойдем. Нафиг оно надо? У меня третий прыжок недоступен, потому что у меня 5-й левел. Понял, да? Пойдем, не туда. Наставь его. Патроны. Многообещающий туннель. Многообещающий туннель. Что тебе? Ты где там? Знамена падших. Мы явно на правильном пути. Подожди, оружка зеленая упала. Преодолеть барьер какой-то. А куда идти-то нам? А, вижу. Преодолеть барьер. Кого зайти? Что за барьер? А. Без понятия. Вот этот барьер. Здорово. Кажется, ему плохо. Надо запомнить это место. Когда мы освободим город, придется заняться его зачисткой. Или же мы просто можем оставить падших в покое и больше не жертвовать жизнями людей. Слышь, блядь. О, зеленая шмотка. Наша жизнь. Нашими жизнями, блядь, жертвовать можно, а жизнями людей нет. Сука. Что нахуй за неравноправие, алло. Ах ты. Не знаю как, но я провалился по текстуре. Вниз. После отключения щита есть источник. Я вот тут внизу. Где внизу? Под лестницей торчу. Там идешь? Я туда провалился, походу. Там... Как отсюда другого забыть? А. Вот сюда вот вылези. И прыгни. Ай. Сокомандник, ёпт. Ну и, блядь, началось. Воу. Возрождение ограничено. Неспроста. Все. Теперь держи оборону, а я попробую дистанционно вырубить сигнал. У них там капитан. Надо капитана идти забирать, пойдем.
Нет, капитан-то. Вижу. Да, блядь. Еще немного. На стол он бегать? Подожди-ка, а ну, секунду, где он там бегает? А? Где он бегает? Вот он. Где, блядь? Перед твоим лицом бегает. Эй, Матвек, сюда иди, блядь. Как тебе удалось прикончить О? Капитана, я спалил все их передатчики. Помех больше не будет. Это значит, что на ферму будут прибывать люди со всех уголков планеты. Как только мы установим последний уровень, мы сможем посылать сигналы по всей системе. И забрать добычу. О, костюм, броня для ног и силовое оружие новое. На то и на другое. А пока возвращайтесь, как только сможете. Ух ты, это что такое? Да ладно. Смотри, что есть. Сейчас. А, ну как всегда, на снайперке нет патрона, сейчас не будет на этой, да? Угу. Вот, блин. Так, стопэ. Да, ну ясно. Смотри, что есть. А мне Видишь? Выпало. А мне вот такая штука выпала. Чувак, чувак, глянь, какая мне хрень выпала. Чё? Что это такое? Оружка, блядь. Зеленая. Красненько. Так, нам нужно вернуться. Так, сейчас. Где мы здесь? Нам нужно вот сюда вот. А, ну мы же по сути около города. Так, нам нужно вот туда вон. Давай, давай, надо выпрыгивать отсюда. Да ёп. Да ёп. Чё, ты выпрыгнул, что ли? Ну да. Давай. У тебя двойной прыжок, ты что-то одним-то пользуешься. Ну вот ко мне прыгай. Вот я. Алло. Где ты, прыгай. Блядь? Вот я перед тобой прыгаю. Пошара. Только немножко прыжком пользуйся. Я думаю, если мы упадем, мы сдохнем. Да? Блять, ты тупой. Как ты сдох? Арунька, поднимайся. Сейчас надо третий прыжок взять. Где ты? В начале пути, сенсей. Где ты в начале пути? А, вижу. Давай ко мне, дуй. Гений, блядь. Гений, блядь, генной инженерии, бля. Как думаешь, меч нормальная тема или не очень? Меч? Ну, нормас, вблизи замешивался. Ты долго там будешь? Говорю, пользуйся прыжком, когда падаешь. Во время падения, чтобы не умереть. Просто падай вниз, но при этом перед землей прыгни. Сейчас. Дубль 2, блядь. Прыгни. Вот, я думал, ты сейчас сдохнешь. А? Сейчас, подожди, дай тройной прыжок-то возьму. А? Дай, говорю, тройной прыжок возьму-то. Давай. Время. Пол второго. У меня пол первого. Ух ты. Смотри, как все поменялось.
Ночь наступила. Чё, реально? Какое же тут классное небо. У меня нихуя ещё. Да. А, нет, ладно, ночь. Кто тебя? Небо прикольное, да? Ага. Пролетело, по-моему. Вон, поехали. Чё, есть какие события, не? Чё-то вообще разваливается на изи. А игроков тут тоже немного стало, все повыходили походу. Не мы с тобой как додики сидим, да, играем. Нет, просто другая сессия, возможно. Тоже не исключено. А вон игроки, седьмой левел, подстава. Спасибо, что пришли. А то мы уже устали от патрулей Легиона и набегов падших. Нам бы не помешала ваша помощь. Опа, какая-то коробка, лутануть надо. Стой, там пацан, о, там эти прилетают. Пойдем, пойдем, пойдем. Где, где? Молодежь, где я? Трудно понять мудрость, которая приходит с опытом. Ну-ка, меч попробую. Угнали! Нифига! Я его шотнул! Я его шотнул! Ничего себе, меч! Идите сюда! Неплохой меч такой. Правда, на него заряд нужен. Опа, входим. Так, все, что закончились? Кстати, сундук. Где? Вот здесь. Я забрал. Так, терминал падших. Куда идти? Вижу. Пойдем. Сейчас, секунду. Там, слушай, иди сюда, панда. Чё? Там, короче, где-то стоит сундук. Да пофигу. А они все равно немного дают. Нет, с этого, с мероприятия. Да, он там не дастся, ты чё? Пойдем. Ладно, пошли за терминалом. Насчет использовать твой доступ для подготовки трансляции граната. На языке падших. Я думаю пустить в дело тот шифр Кабал. Устроить драку падших с Легионом? Отличная идея. Я могу извлечь архивы переговоров из любого местного падшего. Новая цель. Фрагменты речи падших. Что сделали? А, фрагменты, да. Опа, тут босс. Добычу забрал? Все, собрали 6 фрагментов. У меня получится довольно убедительно изобразить падшего. Только не произноси при Дэви слово «акцент», если не хочешь весь день слушать лекции о городских диалектах. Кстати, лучший вид на авиацию Легиона открывается со скалы, на которой мы поставили маяк для беженцев. Видит. Никто больше не ценит настоящее искусство. Пойдем.
Стой. Интересно, о чем мне доступно вообще? Сейчас. Я опять... вот что. Так, магазин постел 900 минуту. 68. А у этого... То сейчас у меня 71. Блядь, ставлю это пока. Сейчас, секунду. Все, погнали. Забрать. В принципе, тоже. Револьвер на земле. Попробуем. Пойдем. Не могу поверить, что нам опять придется спускаться в шахты. Выше нос. Хорошая новость. Вы сможете воспользоваться телепортом падших, чтобы выбраться на поверхность. Плохая новость. Там полно взрывчатки. Если я просканирую туннели, мы сможем забрать из них все ловушки и взрывчатку. И мы воспользуемся этим, чтобы посеять хаос в рядах наших врагов. Замечательная идея. Там, кажется, зеленый что-то упал, да. Всяк. Энергетическое оружие какое-то. Пламенная винтовка. Ну-ка. Это ты был? Ой, блядь. Нифига себе! Что-то фигня какая-то. Тихо. Я не осуждаю твое стремление разнести все на куски. Впрочем, думаю, мое глубокое сканирование должно быть очень... Куда дальше идти? Подожди, скайн найдет. Теперь я могу переправить их ужасно опасную взрывчатку куда угодно. Так, новая цель. О. What the fuck? Ты уверен, что так готовится засада? Это что за ползущая фигня? Капитан. А куда идти? А, тут что ли? Давай сюда. Отлично. Начинаю передачу сообщения. Буду говорить с акцентом мародеров. Началось. Мародеры? А знаешь, что мне больше всего нравится в их диалекте?
Так, Деврим, давай освободим канал. Ну, чтобы телепортация прошла без помех. К вам идет куча больших красных кораблей. Что бы вы там ни сказали, это привлекло их внимание. Короче, сейчас ты лев в бочке. Я назвал Гоула одним нехорошим словом. Но вам его не скажу. А, я так люблю нетрадиционную тактику. Ёп. На твоем месте я бы остерегался десантных капсул. А, да? Нормально. Мне кажется, они малец умерли. Сзади. Так, у меня патроны кончились. Кажется, у них так не было задумано. Ну да ладно. Давай, короче, смотри за низом, я за верхом буду смотреть. Тут сейчас... Ну? Дальше. А, во. Можно еще кого-нибудь? Че, пацаны, все, закончились? Уничтожьте силу Красного Региона на скалах, приложите вину на падших. У нас почему-то там горит. Пора идти обратно, значит. Я думаю, нет. Ну, вон, метка. Пацан, кажется, у тебя что-то с это головой. Да, обратно. Ее нет. А, да? Подожди. О, вон, пацаны подъехали. Пацан спекся. Зачистим остатки. Мать ее. Шмот подъехал. Мне дали гранатомет. Ой, пистолет даже добыл. Прикольно. Протестировать. Так. У нас по квестам. Так, я... Там можно сделать быстрое перемещение в Торсвент. Ну, в зону. Перемещайся, Вис. Поразбираю. У меня еще парушки. А, это автоматический пистолет, да? Куда оно телепортирует? А, карту открой. И в Торсвент. Ну там, снизу. Верно. Телепортировался? Гружусь. Так. Еще. Короче, знаешь, почему мы эти тайники видим? Потому что этот... мы же взяли у этого чувака... Чувак... Ну, вот этих... О. Зеленые хрени.
Это детектор тайников, я сейчас в описании прочитал. Я ничего не брал. Ну, в задании, помнишь, мы брали это? А, понял. Так, ну у нас тут типа нету заданий. Пора на ферму, что ли, обратно? Следовательно, пора на ферму, либо же на Титан. Но сначала надо на ферму слетать. Я запустил ферму. Угу. Путешествие в пункт назначения. У меня 15 тысяч, я тихо не понял. Я дарба, все-таки такая загрузочка. С кайфом, скажем так. Блин, вот знаешь, вот красный цвет хоть убейся, не держится. Не держится, а вот зона, где ближе к запястью облазит, а вот верхний вообще не облазит. Не знаю почему. Да это пока так, подожди. Да ты про свою же татуировку, правильно? Полой. Да. Это же про татуху свою ты. О, да. У нас тут есть, братан? А ничего нового нету, да? Понял. Такс. Тут полный голяк. А где ты? Я тебя не вижу. Я на ферме. Я тоже. Оглянись. Кажется, стоит сходить в Горниво. А что там будет? Это полпы. Еще дышишь, страж, так борись. Хоть это ПВП. Можешь попробовать. А, подожди, это. Ты контракты типа покупаешь, спецзадания. За 2000. А ничего ты больше не хочешь? Угу. Верно будет больно. Здесь нет, это башар в жопу. В Горниво пойдем? Ну, можно. Давай. Только я так и... Я сейчас поговорил, ни хера не понял. Горнило зовет, страж. Ты ответишь на его зов? Типа... Мы с тобой вдвоем, да? Mm. Да. А вот это 70-66, это что за фигня? Это, ну, типа как ГС. Пошмотка. Мы с тобой лютые бомжи. Оценка стражей. Что за оценка стражей? Сейчас, кажется, нам с тобой насуют, блять, и ГГВП. Пофиг. Я, наверное, тогда буду в Горниво гамать без тебя. Ну, в плане того, что вместо того, чтобы по ВЕшку проходить, чисто Горниво ему. Угу. ПВП, пацан. Ну так... Трон делать нефиг.
О, видел? Мы не на землю улетели. Угу. Нифига себе. Нормально. Ой, смотри, третий самолет подлетел. Четвертый, смотри. Это ж типа будет сейчас мазз-замес, бля. Там же сейчас замес 4 на 4. Да? Угу. У тебя будет как в Аодах, чисто против тринашек. Да, 13 руны наш, все. В Аодах хотят такую же систему ивентов же сделать в варпе. Ну, в крае, как они его назвали. В смысле? Ну, типа, там будет система ивентов. Бабки блядь. Собрались, блядь. Это мы с тобой бомжи по сравнению. Они 20 уровней! Все остальное не важно. Ару! Они 20 уровней, Карл. Пацаны, вы нас слышите? Думаю, нет. Это захватывать надо, не? Вроде не. О, я вижу пацанов. Выключатель откалиброван. Ой, я кого-то убил. Бля, ебай, как это работает, нахуй, говно? Слушай, а можно против них сражаться, кстати? Соперники захватили. Вполне себе, причем. Защищать хранилище. Так, это мои. А то не мои, да? Не да. Совсем. Хранилище под угрозой. Защищайте его. Сейчас важно только... Да ладно, серьезно, что ли? Гаррет отомстил, блять. Ладно. Ай. А! Мёртвый враг. Нет, это не никого очень. Не убьёт. Вот это, наверное. Возрождение, возрождение. Блять, ёбнули сзади. Тебя сзади. Сука убили? Сзади, да. Просто когда занял, блять, выгодное положение, это вот так называется. Бля. Ладно. Пацан с луком жесткий. Кажется, нам пизда. Но это не точно. 30 секунд. Сражайтесь. Боюсь. Соперники взломали ваше хранилище. Блять. Это еще не конец. Я чувствую, когда я на первом месте. Ару. Чё делать, блять, надо? Защищаться? Нет. Выключатель готов. Да ладно! С лука ёбнули? С луком, братан, какой-то жесткий. Тут еще на снайперке только два патрона. Вообще как-то не это. На. Защищайте хранилище. Противники захватили бы ключами. Нифига себе. Это у него ульта такая была? Офигеть.
ваше хранилище уязвимо. Защищайте его всеми силами. Душат, душат. Панда, тебя там ёбнули, что ли? А? Блять, ну вы... просто пизда, нахуй. Взламывают ваше хранилище. 529. ГС, бля. Блять, они взламывают наше хранилище. Там, по-моему, 50 уровней, если не ошибаюсь. Не ошибаешься. А, нет, 20-й. Но есть 5-й, 20-й и 10-й. Противники взломали ваших. Короче, жесткие парни. Угу. У вас всегда не конец, а я просто... Соперники получили решающее очко. Отыгрывайтесь. Да, блять, иди отыграйся, нахуй. Нужно открыть вот эту вот фигню, захватить. Фигня открытия, типа. Банк открытия. В жизни всегда есть место открытия, бля. Выключатель готов. Алло! Что это было, да? Это было жестко. Хранилище. Соперники захватили выключатель. Что? Ой, я даже кого-то убил. Я двоих убил. Хранилищем. Не сдавайте позиций. На кону ваша жизнь. А ладно. Ты их остановил. Теодор активирует посол. Это их остановило. Иди сюда. До свидания. Чё, кто еще? До свидания. Ладно. Мана, мана. Жесть, у пацана там скилл. Луч хаоса. Просто минусуют все и все. Они взламывают ваше хранилище. Бля, дайте мне в миле подойти под ультой. 30 секунд. Сражайтесь. Просто, блядь, я даже встать не успел, мне ебнули. Титул свой шарик. ПВП не тащит, да? Ага. Все или ничего. Правила есть правила. Я убил даже. О, я новый уровень. Я тоже. Много уровней дает, походу. Ваших противников должно быть уже есть опыт воровства. Ну и кто здесь батька нагибатор? Следующее задание. 14 человек убил. Нормас. У Фиатл с 007. Ну это я задатки под Бонда. Я там тупой от чувака, которого у них нет. 27, блять, у первого их чувака. Отмена. Отмена, отмена. А можно отмену? Так.
Ну? Так, стоп. Может, еще сгоняем? Нет, мне нужно этот... Как его, на ферму? Взять задание у чувака. Давай. Что за задание? Ну, давай, горниво вот это. Как? Контракты, типа, ты покупаешь или что? Покупать, да. Купить задание там. Долго грузить, да? Угу. Ага. Это только сказать. Не, у меня еще грузит. А вот, все, улетели. Я не могу понять, почему OBS не воспроизводит, ну, вернее, записывает, ну, вернее, стримит с потерей кадров. Вот просто не знаю. Потому что битрейт подобран неправильно. А под это сколько надо битрейта, блять? Да, должен выходить битрейт так, чтобы у тебя он был не красный, а зеленый. Но он у меня был зеленый. Он должен быть постоянно зеленый именно во время стрима, когда ты начал запись. У меня он всегда зеленый был. Не знаю, у меня он краснеет, когда я начинаю запись. Хуй его знает. Че, идем покупать за этот? Все, я накупил, короче. Ну что, тебе удалось показать тьме? Не пойму, а почему же еще... А, во. Добивающий удар. Когда вы убиваете противника посредством этой способности ближнего боя, у вас... Чувак, это ежедневные, да. Контракты. А? Это ежедневные контракты. И чё? Будь здоров. А, ага, понял. Добывайте, жать стражей других классов. Ладно, типа купил и купил, ладно, хуй с ним. Вот тут... След задания. Я знаю, тебе это пригодится. Надеюсь, эта штука такая же крепкая, как и ты. Чё, идем или нет? Сейчас, сек. Я пушку просто купил. Повысить регистр. Так, окей, обменять. Победите в гарнире испытание, чтобы у Динахи гарнила награда 20 уровня от этой фракции. Купил пушку. Так вот. Снаряжение. Это все, что у них есть. 84, а у меня. Я готов. Сейчас, подожди. О, тут кто-то новый пришел. Страж, я жажду новостей. 75, 71. А, сейчас. Это какой-то внешний вид. Взрывов много не бывает. Наслаждайся этим, пока можешь. Скажи, когда ты готов будешь. Ну, в принципе, да, готов. Надеюсь, ты выполняешь свой долг, страж. Они сбегут, гарнилу всегда не хватает бойцов.
Это, конечно, не горнило, но и на солнце есть пятна. А, видишь, что какие-то фиолетовые легендарные осколки. А, ну ладно, яркая пыль. А чё? Коллекция. Плащ охотника. Ум охотника. Давай, короче, сейчас еще раз сходим в горнило, а потом какую-нибудь ПВЕшку пройдем. И будем расходиться. Бля. Хорошо? Алой. Сейчас мне с утра на работу вставать. А сейчас другая заставка. Угу. Ну, наверное, другая карта. Что-то в этом роде. Просто нужно, чтобы попалось больше бомжей, таких как мы. Ару. Против. Таких как ты? Нет, как мы. Бум, мазафака. Которого нет. Павшее знамя, последний город, земля. Ля какой. О, мы недавно были в последнем городе. Ля какой. Ля какой. Ля. Ля какой. Рывок. Нифига себе, там у пацана костюм, ты видел? Ага. Обосрался. Берите выключатель, и полдела будет сделано. Тебе что, 8 левел? Ох ты сука. Так, я не пойму, какое оружие? На 10 уровень такой костюм. Донатер грязный. Выключатель готов. А, вижу челика. Блин. Автоматически у них оружие, зараза. На самом деле, мне есть круто. Активировали выключатель. Да, не успел среагировать. Хранилище соперников не защищено. Дайся. Ломайте его. Но мани, но фанино. Ваша команда сломала хранилище противника. Преимущество за вами. Так держать.
переключатель готов. Да, ПВП это прям моё. ПВП это прям твоё, да. Да. До свидания. Навернули, что ли? Не, да я успел чувака ударить. С этого. Да ладно. Блядь. Я в рукопашку тупо всех фигачу. Ну ты прямо опасный. Нормально. У нас все нормально. Короче, нормально. Я ракал. Да, Федя, ты ракал. Уйди нахуй, блядь. Ну что поделать, Федь? Не всегда можно всегда тащить. Секунд, сражайтесь. Решающий момент. Ваша команда захватила выключатель. Что вообще происходит? Чё нахуй происходит? Но мы захватили выключатель. Хранилище противников можно атаковать. Включай, надо бить их в рукопашку. Ай, пана, пиздяха его. Ай, не убил. Ай, быстрее меня ударил. Блять, ёбнули. Подойдите взломать, алё. Блять. Что с вами не так, пацаны? Что-то не то. Идет взлом. Сломайте хранилище. Вперед! Ох, нифига себе, он ультанул! Жесть. Есть там пацан. Да, вот что правда, то правда, это реально было жестко. Давайте, давайте, да захватываем немного. Найс. Ваша команда сломала хранилище противника. Ну
типа, пошли вы нахуй. Федь, как ты? Нормально. Я же говорю, блядь, сидеть играть на кровати вообще неудобно. Надо себе домой стол купить. Да дома нет стула? А стола? Угу. Да не мамка сидит. Ух, нифига себе меня. И ладно. Эх, бля, ладно, жить боль. Да ладно! Коза такая, а? А может козёл, откуда ты знаешь? Да, ладно, козёл. Ну, скин женский просто. Там враги захватывают у нас. Два по цене одного. Братан, а можно без автоматических санных винтовок? Как нищет. Ебать, это что было? Сейчас русский делает. Панда, блядь, с руки заебашил. На Тигорию? С руки тут всё просто долблю. Это ещё не конец. Собака. Решающий момент. Блять. Да хватить это дерьмо, бля. Вас всех нагнули? Ну там чувака ульта. А, да, он меня тоже сейчас пришел ёбнул. Yep. Соперники активировали выключатель. Защищайте хранилище. Почти. Надо охранять хранилище. Отступаем. Хранилище не защищено. Держите оборону, и вашему противнику конец. Да иди ты в жопу со своей ультой. Блять. А типа захватывают. Никто отбить его не хочет? Ну так, чисто случайно, да? Да. Жопу. Они взламывают ваше хранилище. Блять, опять нахуй. Минус два, мазафака.
Кто, кто? Где, кто, когда? Стойко держите оборону. Иди сюда. Дайте врагу пройти. Они взламывают ваше хранилище. Ох, нифига себе. Блин, ну пацана ульта жуть. Бегай как флэш. Сейчас минус в хранилище будет, если никто не мешается. Геодос, держись. Бля, меня выебали. Минус 3 дал. Хорош. Тупо подряд. Изи, real talk, think about it. Все, панда, бля, тащер. Тупо изи, да, тупо. Тупо панде, 8к урона. 38 убийств. Я промолчу. Ты промолчишь, да. 0.47 эффективность, просто useless, блядь. Эх, так, ладно, ну бывает. О, вернуться на орбиту. Успею? Я должен был успеть. Чё, пошли какую-нибудь ПВЕшку пройдем и все. Расходимся. Может уже сейчас расход? Да давай уже 8 левел апнем. Может сейчас? Давай, погнали. Ну, пожалуйста. Нет. Просто уже 2.30, мне еще помыться надо, мне завтра просто в Магас тоже ехать. Ну давай, короче. ПВЕ проходим и расходимся. Да заманал. Да-да-да, погнали. Иду спать, по второму. Погнали, хули ты, там ПВЕ быстро делается. Ты сейчас на ферму идем. Ну пошли, ладно, мы с тобой на ферму и расход. На ферму? Может, что-то да как и расход. Завтра поиграем. А, завтра не получится, наверное. Ну, не, Володу-то мы точно поиграем. Доминион. Естественно. Да, я, может, даже постримлю. Я в некро зальюсь и скажу пока, друль. Сука. Да, ну да, я тебе зальюсь, некро. У тебя кто в пачке, кстати? Я, Кракиш. Кракиш, а, некром, да? Да, Сайонара, Мист. Кто Люба. Ну, исчезнувшая, и ты. Я понял. Конечно, удалось, братан. Все, ну все чики-пуки. Так, что это такое? А я еще лечу. Я не совсем понял, почему у меня не защита, не добивающих ударов? И засчитано. Так. Ну, в принципе, поиграл. Скажи мне. Что там? Операции авангарда тебя не пугают. А пугает ли тебя горнило? Добивающих ударов. Ну все, короче. Ух ты. У меня шлемак есть 90-го этого. Прикольно. А как ты его получил? А, тут шмотки выпадают. Иди слушай, себя. С ПВП сами по себе. Почекай предметы, может тебе выполнить. Может, что дало? О, перчи упали. Нормальный, да? 75. Сейчас это сразу разберем. Все, только перчи упали. А так костюм помощника. Сколько тебе стоит? Горнило с каждым днем все суровее, так и должно быть. Я слежу за этим. Я не знаю, от чего эти провода. Говорят, что тебя боятся и уважают кабал. Я вижу, за что. Такс. А я, кажется, понял, как эмоции выражать. Панда, посмотри на меня. Смотри. Как? Ваша работа не закончена, страж. Чем я как ты это делаешь, тварь? Ха-ха. Это делаешь?
Это стрелочки вверх-вниз, право-влево. А. Ебанах, он танцует. У меня топове. Нихуя, блядь, я тут ёбнул брейк, нахуй. О, видел? Кажется, у кого-то башка сейчас отвертится. Тупо робот. Ну, пацаны подошли 10-11. Интересно, они знают то, что они в терек попадут? Походу нет. Оп. Они целуют. Что это было? Смотри просто на них. Слушай, а у тебя нумпад есть? Это что? Где от 1 до 9 справа от клавиатуры. А, да, есть. Попробуй, может там что-нибудь тоже нажимается. Нет, все так же. А другие кнопки? О, ну давай, бля, расскажи мне нахуй. Как твой дед воевал? Ой, я тебя двигать могу. Да, бля, иди нафиг. Наша работа не закончена, страшно. Я четкий пацан, конечно. Шмотки, конечно, стрёмные, но так четкий пацан. Да уж. Так почему у меня рот? Ладно. Иди сюда. Чё тебе? Слышь ты, вот ты. Ты. Вот ты. Здорово. Вот ты, да. Ты дурак. Смотри, что умею. Оп. Видел? Вот все. Я устал. Ты. Да, yeah. ты. Нахер иди. Ты. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот дебил. Ха-ха-ха-ха. От дебила слышу, бля. Он меня не видит. Я слился со стражем. Мальчик. А ты. Ты. Да, ты, мальчик, ты дебил. Сука. Когда ты в душе ассасин. Когда ты дебил по жизни. Пошли в футбол поиграем. Погнали. Еее. Мои левые ворота. Твои правые. Оп. Слышь, петух, бля. Оп, изи. Тупо изи. Да, сыграть с самим собой. Ну все, теперь мячика не будет. Будет, вот он. О. Тупо изи. Ай. Все бы дитя не тешилось. Панда, там кажется тебя унижают танца. Здорово, Мавик. Алло, у нас тут футбол вообще-то. Мавик, дай пас. Еее. Бля, чувак, тут даже отпечатки остаются. Где? Yeah. Ну вот, в луже так точно, смотри. А, ну да. Заебись. Давай в голову кому-то закинем. Ну ладно, собственно. Ой, демич. А, стоп, что? Я же не попал. Вот главной девушке своей так не скажи. А. Нельзя сказать той, кого нет, да? Да. Real talking about it. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бля, надо будет потом нарезочку сделать. По чемпионат мира по футболу. Ох. Пошел в жопу. Иди. Давай, пенальти, чисто пенальти, давай.
Я сейчас тебе просто напинаю, бля. Оп. 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 Оп, голда. Смотри, еще что, блядь. Вот там пацан на этом. Эх, да ладно. Все это замечательно, но... Вы одновременно это делаете? Почти. Ну, собственно, как-то так мы и поиграли. Нормально. До новых встреч.